Сегодня на реальной кухне непростой посетитель. Я шеф-повар с многолетним стажем. Меню больше похоже на забегаловку. Валера начал теряться. Но Олеся найдет нужные слова. Ты че, ты с кого меня принимаете? Для каждого. Что у тебя с лицом? Сандро, выйди на кухню! Последняя малолетка, он тупой. Все остальное время ты жрал на кухне. Слышь, ты сопляк, иди сюда. Это вообще вилы. Бог терпел и нами. Реальная кухня. Сегодня в 21.00 на РЕН-ТВ. Реальная кухня. Новый ресторан в большом городе. 10 человек, готовых на все, чтобы создать успешный бизнес с нуля всего за 2 месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. Каждую неделю их будет все меньше. За 8 недель ресторан заработает несколько миллионов рублей. Но все эти деньги в финале заберет один. Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы, но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Всю неделю на реальной кухне управляющая Олеся. Новый день был посвящен детскому празднику. С самого утра участники готовили сладкий стол и выбирали украшения для зала. Подготовка проходила под жестким контролем Олеси, которая не давала спуску подчиненным. Участники же, вспомнив детство, от души веселились перед открытием ресторана. С приходом гостей на реальной кухне стало еще жарче. Главными героями были признаны Сандро в роли клоуна и Максим, переодетый в мышь. Но титул лучшего все же достался Сандро, а аутсайдером в этот вечер стал Кирилл. Как будут развиваться события дальше, узнаем прямо сейчас. Сегодня предпоследний день правления Олеси. И роль начальницы ей явно по душе. Олеся настолько уверена в своих силах, что не боится экспериментировать накануне приезда Арама. Всем доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Отлично. Ребят, сегодня мы работаем в обычном режиме, но активно готовимся к завтрашним переменам. Завтра у нас будет новая концепция меню. Тематика нашего ресторана уже меняется каждый день. То у нас банкет, то у нас повара-универсалы-официанты, то мы вернулись обратно к тому, что было изначально. У нас уехал Кирилл и Валера за специями, потому что у нас будет а-ля Мексика, буррито. Еще один очередной бред насчет мексиканской кухни. Куда его здесь пропихивать, в этом ресторане? Ну куда? Это не годится. По заданию Олеси, Кирилл и Валера приехали на рынок за специями для буррито. Ну, чего сегодня готовим? Здорово. Что покупаем? Специи. Компанию им составил шеф-консультант Василий Емельяненко. Что, черные зерны надо обязательно взять? На мексиканской кухне. Или в буррито можно тоже. Немножко, добавить. Да. Чуть, да. Самый шикарный. Все, ребят, хорошо вам сегодня поготовить. До встречи. Спасибо. Пока-пока. Не буду говорить, кто будет главным на кухне, Макс, но это будешь не ты. Мы сегодня с тобой будем соревноваться Биться. В приготовлении буррито. Почему мы с тобой? Потому что на данный момент ты являешься шеф-поваром нашей кухни, а я являюсь управляющей рестораном. Ты хочешь меня унизить? Я хочу как-то тебя сделать. Я не работал никогда в этом направлении. Ну, если надо, но тогда... Ну, что-нибудь придумаем. Сегодня мы будем показывать мастер-класс, делать проработку буррито. И, ребят, я хочу заметить, что буррито мы будем готовить сегодня первый раз. Это будет некая импровизация, поэтому будьте милосердны к нам. Макс, я тебе уступаю, начни тогда, ты первый. Сколько тебе для этого надо времени? Я думаю, минут 15-20. Отлично. Помощники. Мне нужен перец болгарский, мне нужен перец большой чили и мне нужен нож. Желаете оформить заявку? Так, сначала мы берем индейку, нарезаем филе на мелкую соломочку. А почему именно индейка?
Ну, индейка – это такой классический рецепт буритос. Правда, я готовлю его первый раз, но это классика. Раз кто-то придумал, пустили, облажались, фигню какую-то сделали, не доработали, потом мы это все пытаемся исправить, потом один день исправили, потом опять все перепутали, уже следующий шеф-повар. Ну, какая-то ерунда. Реальная кухня любит реальный буррито. Итак, буррито из Мексики готово. Настала очередь Олеси приготовить буррито. Ребят, сегодня я буду готовить буритос, аналогичный Максу, но с телячьей вырезкой. Я делаю на глаз, пропорций никаких здесь нету. Меня даже не привлекает никаким боком. Смысл мне в это вникать, если мне это не нравится. Мне последние дни было очень грустно и неинтересно, так как я предлагаю какие-то нововведения. На корню все время говорили нет, 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 нет. Буррито из телячьей вырезки, вторая готова, ребята. Все, всем спасибо. Оба как раз вовремя. Пойдемте быстрее на дегустацию. Ребята, как раз подоспели наши команда, которая ездила сегодня за специями. Ребят, вставайте, да, у нас самое время дегустации. Поскольку сегодня готовила я и Максим, я хочу, наверное, Ань, давай ты будешь главным сегодня дегустатором. Вот, и потом все вместе, ребят, попробуем и уже будем оценивать. Мне больше понравилась Олесина за счет сыра. Телятину порезать мелкими кусочками, выложить на сковороду, обжарить в течение 2 минут. 2 зубчика чеснока раздавить плашмя ножом, добавить в мясо, дать ему прожариться еще 2-3 минуты, потом чеснок вынуть. Телятину посолить, поперчить и снять с плиты. Болгарский перец нарезать соломкой, измельчить перец чили, добавить красную фасоль и консервированную кукурузу. Обжарить получившуюся смесь. В конце жарки добавить оставшийся чеснок и несколько капель табаско. Овощи высыпать в сковороду с телятиной. Добавить листья кинзы, перемешать. Получившуюся начинку распределить по центру тортильи. Сверху положить гуакамоле. Посыпать тертым сыром и кинзой. Свернуть конвертом. Ребят, все подходите, пробуйте, потому что мы не можем так долго. Сметану не забудь. Лаванда шарф, печатный бочин. Это Г. Реальная Г. Как можно было телятину, натуральную телятину, изрезать в такую мелочь, гулюшкины, какушки. Ну, я считаю, это бред вообще. Идет сначала этот нежный гуакамоле, да, и потом чили я раскусил. И мне вот этот контраст понравился. Я тебе предпочтение отдаю, потому что мне поближе вот чили вот этот. Вкус, ребят, комментируйте. Да. Это не имеет ничего общего с настоящим мексиканским буррито. Завтра приедет Арам, и это буррито может оказаться в ненужном месте у всех нас. Ну, я тогда за обе голосую. Честно, мне понравилось буррито Макса. Видимо, потому что сметана мне сразу оттенила весь вкус. У Олеси тоже хороший, но из-за сметаны мне показалось... Хорошо, спасибо, Артем. Я считаю, что у меня не хватало, да, в моем буррито, как выразилась Аня, да, вкуса сыра. А так я отдаю оба голоса за оба буррито. Мне тоже понравился Макс, то, что ты добавил больше соуса туда. А так они просто у нас с тобой аналогичны. И побеждает дружба! Оба на мойку! Пришло время распределить роли на сегодняшний вечер. Сегодня работаем по старой системе работы ресторана. Валера, ты сегодня шеф. Макс, ты сегодня на баре. Мне это интересно. Пойду бар там разберу. Мне это, ну, не... Аня, ты сегодня су-шеф. А Саша, ты на дискотеке? Я был на дискотеке 2 раза. Да. По мне, так любая работа, как для ресторатора, да, там,
должна быть. Татьяна, кондитерка. Артем сегодня на кухне, а вы с Женей в зале. Почему-то я вечно в зале. Странно вообще. Ну хотя мне с таким раскладом, то лучше я пусть буду в зале тихонечко сидеть. Да, я администратор управляющий. Все, всем спасибо, приступаем к работе. Артем уже второй день ходит без настроения. И даже перед ответственным ужином его мысли совсем о другом. Артем, а что произошло, ну, в частности, с тобой? Что тебе настроение испортило? Какая сволочь? И мне не нравится, как фигура моя меняется. Вот в чем дело. Боже мой, что он за меня говорит тогда, слышишь? Ну, знаешь, я долго этого добивался и... К сожалению, в нашей жизни за все надо платить, понимаешь? Ну, кто-то фигурой платит, кто-то нервной системой. Артем грустный. То день у него веселый, то грустный. Не знаю, опять ему кто-то что-то нажаловался, наговорил. Скажи мне, что у вас сегодня такое от шеф-повара? Просто скажите, вот что сегодня по меню? Через час тебе все скажут. Да, не, не будет времени для искусств. Далее на реальной кухне. Что за... Что-то зал так предвзято на вас сегодня настроен. Ой, фу. Почему я должен заплатить за это блюдо именно такую цену? Так решил шеф-повар. Накануне приезда Арама Олеся приняла решение кардинально изменить концепцию ресторана. В батле по приготовлению буррито сама Олеся кинула вызов шефу Максиму. Ты хочешь меня убить? Я хочу тебя сделать. Перед открытием ресторана Олеся провела ротацию сотрудников, в результате которой кухню возглавил Валера. Макс, ты сегодня на баре. Валера, ты сегодня шеф. Доску с блюдом дня Сандро решил оформить в оригинальном авторском стиле. Сандро! Мы придумали! У нас сегодня от шеф-повара куриный суп домашний с крутонами. Похлёбся. Похлёшь? Сандро! Что за... Похлёша из лапши или чай? Объясни мне. Похлёша из лапши? Это вообще вилы. Это блюдо, которое придумал Сандро. А почему я не в курсе, что у нас какое-то блюдо дня похлёша из лапши? Не знаю, почему так шеф-повар решил, он вообще умалчивает это блюдо. Да. А это похлёша, это название ее, да? Кто? А это Сандро сделал нам медвежью услугу, как он обычно делает. Что это? Похлёша. Скажи мне, так и должно быть. Это он двойка по русскому языку. Просили его написать суп из куриный суп с сухариками. Бери это все, сотри. А ты знаешь, что вода Архыз содержит природный йод? Я знаю, что очень полезен. Я попить хочу. Я тоже хотел бы попить. Я бы попробовал. Что у вас готово, ребят? У нас остался час. Что у нас все в процессе. Минестрон готово. Готов тартар из семги. Вы успеваете, да, Валя? Да, все нормально. Оценив состояние готовности кухни, Олеся отправилась проверять зал. И здесь она быстро находит, к чему придраться. Во-первых, что у тебя с лицом? Что у меня с лицом? Я не знаю, что у тебя с лицом. Мне предлагают поменять тебя с мойкой, потому что у тебя с лицом все очень плохо. Так что давай возьмите себя в руки, хорошо? А что такое, мы улыбаемся, ржем? Да, ну конечно, это видно. Особенно Женька второй день уже улыбается и ржет. Я человек, не забывайте, я не машина, я не могу постоянно ходить вот так вот и улыбаться. Потом я же русский человек еще, к тому же я не в Америке живу, не где-то, не в Европе, где они ходят постоянно с натянутой улыбкой. У нас менталитет немножко другой. Мраморное море для древних греков. Мраморное море? Угу. Очень много букв, 10. О, я помню, но не помню. Валер, а давайте хлеб и масло, наверное, уже без 20. Через 10 минут. Может быть, через 5 минут? А что у нас, 5 минут решают что-то? Решают. Валер, да. Что-то зал так предвзято на вас сегодня настроен, особенно Женька. Почему? Наверное, потому что мы потенциальные соперники. Чувствует опасность она, да? Ну да. Я чувствую опасность. Открылся Валер, и мы все дрожим.
жаркое готово, блины на все. В принципе, у нас 10-минутная готовность. У нас есть. Олесь, а что у тебя? Давай, давай, беги, конечно. А потом 150 уже. Беги, тогда давай отсюда оставь. Валер, проконтролируй, Таня, пусть давление пойдет, померит, пусть ее заменит кто-то. 148. 148? На 105? Слушай, Таня, Таня, надо сказать. Не, ну, Олесь. Сколько надо? 148. Какая фига понареть? Перед самым открытием ресторана Тане внезапно стало плохо. Удастся ли ей продержаться весь ужин? Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Все, ребят, первые клиенты. Вы будете вдвоем? А это весь почти, что у нас есть, да? И чуть-чуть специй. А когда его делали вообще? С утра. Сегодня с утра? Mm-hmm. Макс сделал? Да. 3, 3, 6. Ну, это мое мнение, мне не понравилось. Терпимо. Бог терпел и нам велел. Паштет, который приготовил Макс, оказался кисловат. Но Валера, несмотря на это, распорядился выдать его в зал. Я сказал, паштет сегодня не выдавать, уберите его вообще. Слушай, а почему мне сказали, когда только раздача началась за паштет? Я сказал, не выдавать. Может, огурцом как-то? Нет, уберите его. У нас есть наш фирменный имбирно-цитрусовый лимонад. Вот, я могу его принести вам прямо сейчас. Ой, так у меня давление поднялось. А-а-а. Валера, такой ты пошлась? На кухню начали поступать первые заказы. И Валера явно занервничал на ответственной позиции. Внимание, заказ! Кухня! Первым курсом Цезарь и куриный суп. Даша! Вторым курсом Даша. Куриный суп. Жаркое. Берите куриный бульон. Для меня куриный бульон лучше все равно, чем минестроны. Крутон, по-моему? Да, сейчас. Развалившийся крутон? Да, отлично. Скажите, пожалуйста, у нас тут был спор. Ну, не спор, но, в общем, мы обсуждали. В моем понимании это бульон. Это бульон, да. Да. Но у вас в меню идет суп. Так решил шеф-повар. А, вот оно что. Я могу его пригласить, он может принести. Нет, я передам ваш вопрос. Да, просто вопрос. Хорошо, хорошо. Не так важно, что подадут на первое – суп или бульон. Важно, чтобы в блюде не было лишних ингредиентов. Ой, фу. Ну, не фу, конечно. Ну, не фу, конечно. Заменить супчик придется. Товарищ Кирилл. Сейчас. Вот, знаете, прикол в чем? А, по поводу вопроса сначала. Смотрите, у меня тут волос. Можно поменять просто, да? Сейчас я, конечно. Это явно не наш. Да, это причем был где-то не наш совсем. Волос. Где волос? Вон. Надо поменять, Конечно. Длинный причем. У кого длинный волос? Поменяйте мне быстренько суп, здесь волос длинный нашли. Я уже вытащил его. Нет больше волос? У меня чуйка была. Я сегодня еще Артему сказал, говорю, я бы вам всем косынки бы одел. Если это Анна, то мне жаль, надо, наверное, лучше укладывать волосы. Прошу прощения искренне, потому что это у нас первый раз. Да мы ничего, Кирилл, сейчас шеф не смотрел. А кто шеф-то хоть? Могу позвать попозже. Давайте, потом. Хорошо, потом позвал. Я старался как мог, я извинялся там, кланялся, шутил, вот, улыбался. Поверь, меня очень тяжело расстроить, но я немножко уже расстроился. Ой, что ж, волосы нету, все. Поэтому... Проверь. Может быть, тот же самый суп? Нет, суп другой. Девиз следующего нашего будет рабочего дня. В нашем супе вы не найдете волос, потому что мы все поборемся на лысо, как Максим. Были какие-то недоработки в плане того, что не было косынок. И приходилось выходить в зал и, соответственно, объяснять посетителям, что приносим свои извинения и сделать замену. Мы дико извиняемся за это неудобство, но накажем всех, поброем всех наголо и оденем всем косынки, честно говоря. Ну, хороший ход. И Валера пришел и извинился за ту девушку, волос которой попал в суп. Пока Валера краснела от стыда, Олеся принимала комплименты от самых маленьких гостей реальной кухни. Олеся, мы желаем, чтобы вы были в этом проекте. Но если вы не выиграете, не расстраивайтесь. Главное не победа, а участие. Спасибо.
большое. Пришли уже две маленькие поклонницы, две девочки. Подарили ей букет. И, конечно, это придаст ей сил. Она осветилась. И, вот, она сегодня была звезда. Цветы и дети явно пошли Олесе на пользу. Из истеричной фурии она вдруг превратилась в заботливую начальницу. Танюшечка, как дела у тебя? Ты таблеточку взяла? Я уже две таблеточки взяла. Ничего не помогло. Иди, полежи на диванчик. Иди, с полотенечком вместе. Что ты ее сразу вчера вот не отправила отдохнуть? Я вообще не ожидала на самом деле, что Олеся в роли управляющего поведет себя именно таким образом, как она повела, потому что реально до этого человек был один, а сейчас реально человек изменился. Ну, худшая, естественно, все Татьяна. Понятно, разного. Понятно, почему. А я объявлю, ребят, ну просто вот личная неприязнь у меня к человеку, серьезно. На кухне минус один работник. Это ни в коем случае не должно отразиться на качестве работы. Тем более среди гостей ресторана сегодня оказались профессиональные повара. Такое блюдо в своем ресторане. Я бы, наверное, перестал себя уважать. Мне для камеры спаржи зеленые. Не заваренные. Недоготовленная еда – непростительная ошибка Ани, которая работает сегодня на горячем. Но обязанность шеф-повара – контролировать качество всех блюд перед выдачей в зал. Я сам пробовал. Спаржа возвращается вся почти. На горячке сегодня стояла Аня. На мой взгляд, это все было из-за того, что официанты торопили кухню. По мне, так это вот, я же говорю, это организация работы. Должна быть четкой. Плохо почищено, мне кажется. Плохо. Они плохо обрезали, тут вот такие где. Там сырое в середине. По мелкой нормально. Жень, а можно нам шеф-повара позвать просто? Как бы хочется сказать свои пожелания. Конечно, сейчас. Спасибо. Далее на реальной кухне. Добрый вечер, мужчины. Больше похоже на забегаловку. Кирилл ел-довел, смол, говорит, такой. Во вторые блюда нам обязательно плюнут. Ты что, охренел, что ты? Че из меня дуру делаешь? Сегодня шеф-поваром стал Валера, который уже давно мечтал проявить себя на этой позиции. Во время ужина у Тани резко поднялось давление, и она вынуждена была покинуть рабочее место. Иди, полежи на диванчик. Иди. Гости были недовольны работой ресторана. В первом же блюде они нашли волос. Есть салфетки. А другие блюда оказались полуготовые. Чем обернутся такие ошибки шеф-повару, узнаете прямо сейчас. Добрый вечер, мужчины. Меня зовут Валерий, я шеф-повар. Приятно, очень приятно, Валер. Да. Меня зовут Александр, да. Тайн, я шеф-повар с многолетним стажем. Это мой су-шеф. Замечание по поводу меню. То есть в меню вообще нет раскладки по составу. Больше похоже на забегаловку. Меню само. Вот сволочь. Я не вижу выхода. Я не понимаю, за что я должен заплатить. Выпустите меня, я ему сейчас, я их раскатаю. У вас подход к ресторану, который непосредственно вот долгое время работает. Так как у нас сжатые сроки, у нас знаете, ребят, у нас если вы открыли... Каждый день меняется меню. Yes. Изначально наша концепция нашего ресторана, я не знаю, официанты вам говорили, это просто и вкусно на самом деле. Да. И как бы если чего-то, какого-то вкуса не хватает, я, соответственно, приму все ваши пожелания, и мы доработаем. Мы постараемся чем-то вас удивлять. Все? Спасибо. Спасибо. Думаю, что сейчас во вторые блюда нам обязательно плюнут. Что это за порнуха? Анечка, да? А что это за отдача у нас? Она уже все остыла. Это этим ребятам, да, Семга? Да, которые болтали с тобой. По идее, они должны были ее уже съесть. Нормально, ну, давай. Они на лучшее не заслужили. Рестораном назвать, конечно, трудно данное заведение. Скорее всего, это подпадает, может быть, под столовую, под какую-то. Ну, или кафе такое... придорожное кафе. Кухня не справляется с потоком заказов. Возможно, все дело в том, что повара сегодня работают с сокращенным составом. На это я... Интересно, как там Татьяна наша? А кто это? Все, забыл?
Больной ты никому нигде не нужен. Сегодняшнее мое отсутствие на кухне, я не думаю, что кардинальным образом повлияло на ситуацию на кухне, потому что все заготовки были сделаны, я участвовала в процессе приготовления и последний час только отсутствовала. Несмотря на плохое самочувствие, Таня решает вернуться на кухню и делает это очень вовремя. Эй, ребят, у нас... Ого! Так, слушайте. Назад, воду занимаем. Выключите. Нужно перекрыть воду. Сантехника вызовите. Лейте срочно. Алло, Андрей, добрый день. Это ресторан «Реальная кухня» вас беспокоит. У нас тут затор с водой. Нам нужна ваша помощь. Хочешь научиться быстро садиться на шпагат, встань в мокрую лужу. Мы коллективно отжали воду, протерли пол. Правда, конечно, запах стоял отвратительный. Пока все спасали реальную кухню от потопа, между Олесей и Аней произошла стычка. Аня наотрез отказалась выполнять заказ, который поступил от управляющей. Сказала сделать, это ей сказал сделать. И еще потом 50 раз эта дискуссия продолжалась. Так делать или не делать, делать или не делать. А как я без шеф-повара что-то сделать могу? Анют. Ты можешь сделать, я могу сделать без шеф-повара, Ань, все что угодно. Очень люблю слушать, как выясняют отношения между собой персонал. Олеся говорила, что ей надо сделать двойное жаркое. Ты же рядом стояла. Чего ты его не сделала сразу после того, как отдали на заказ, ну, в зал? У нас есть су-шеф, шеф, управляющий. Да. Она дала мне приказ, понимаешь? Да, да. Но я не могу, понимаешь, через тебя. Можешь, Ань. А вот Аня привыкла по определенным штампам работать. Она не может перестроиться под ситуацию. Но здесь другие немножко условия. Здесь надо подстраиваться под условия уже ресторана, который работает. Сейчас 10 минут, заказ будет готов, Валер. Но это уже, ну, уже 40 минут прошло. Ладно. И вообще какой-то он странный тип, вообще мутный. Я не могу его понять, мне тяжело. Я чувствую от него какую-то энергетику нехорошую. Вторую семгу отдаешь? Вторую? Да, я тебе две семги, одно жаркое, я же тебе говорил. Подожди, ты говорил еще две. Валер, только не дай себя запутать, а? Валера, он все-таки домашний повар. Валере было сложно. Можно делать на четверых, да, три блюда, это будет одно дело. А делать на 40 человек с полной загруженностью зала, Валера начал немного теряться. И когда пришли у нас гости, ну, этот Валер сказал, так, внимание, у нас первые клиенты. Да я слышал. Проходи, пожалуйста. Все, ребят, первые клиенты. Так не только ты. Когда они плюхнулись, они вот так такие, вот такие. Добрый день. Здравствуйте. Вас ожидают? Вот, меня просили передать цветы для Татьяны Лизаровой. Вы можете, я передам? Можете передать. Спасибо. Спасибо. Вам просили передать. Молодой человек пришел, сказал Татьяне Лизаровой. Для меня это тайна, покрытая мраком, что появился ни с того ни с сего букет, и мне его вручила Олеся, и как бы я ни пыталась узнать, откуда он взялся, я сначала думала, ну, может быть, там, муж привез. Пока тайна. Ребят, всем спасибо, ресторан закрыт. Ужин был крайне напряженный. Валера дважды выходил в зал просить прощения у клиентов. Но в ошибках он винит вовсе не себя. Мне Кирюха не нравится вообще. Ходил, капал весь вечер. Кап, 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 кап. Потому что это у нас первый раз. Да все заменили. Еще шеф не досмотрел. Я буду против него всю жизнь голосовать, пока он не уйдет отсюда. Даже Сандро выглядит непорядочнее, напорядок, чем он. Есть вещи, которые ценятся еще в этом мире, помимо денег. Это отношения. Аня тоже считает, что отношения – это главное. Поэтому решила объяснить Олесе, почему она не выполнила ее заказ. Просто у меня была в ресторане такая ситуация. Я сама заплатила за такой заказ в ресторане, да? Подошла управляющая, попросила сделать там блюда для своих знакомых. Приходит шеф-повар, у меня так нахлобучил, понимаешь, как бы... ты не подумай, я уважаю тебя. Девушки быстро помирились, но Сандро уверен, что такое поведение Олеси – лицемерие и двойная игра. Я говорю, ну не считай ее подругой. Она тебе в любой момент, ну тебе просто больно самой будет. Она тебе в любой момент сольет, сделает тебе так, что тебе будет неприятно. Что ты там
эти, развеете все облака. Я вот останусь на своей позиции, Валер, за пароли. Критика – это очень интересная штука, понимаете? Если вы не будете высказывать друг другу критику, никто не будет делать работу над ошибкой. Зал отработал сегодня отлично. У Макса там было пару косяков, незначительных, это абсолютно там ерунда. Но лучшая работа кухни вот с тех пор, как мы открыли ресторан. Когда ресторан закрыли, мы зашли на кухню, такой кучи посуды, только везде все навалено. В общем, такого беспорядка не было ни у кого. На раздаче у Валеры были заминки, ну и качество еды. То есть у меня вот за одним столиком, за девятым, случилось все, что могло случиться за раз. Там была неприпеченная семга с кровью. Там была сырая спаржа. Это тем ребятам, да, семга? Да, которые болтали с тобой. Давай. Они нам лучше не заслужили. Был волос. Ну, волос, я не знаю, он мог упасть из головы гостя. На самом деле, это всегда такой спорный момент. Но я быстро все поменял. Я с Кириллом согласна, на самом деле. Мне нечего говорить, он все сказал, честно говоря. Жень, ну вот всегда так. Ты все, вот последние несколько дней, ну, множество дней, ну, я вот просто тебе со стороны скажу. Ты вот совсем соглашаешься с Кириллом. Скажи от себя что-нибудь свое, скажи что-то. О, верните Кирилла на кухню. Женя и Кирилл – это какая-то связь. А если я ее спрашиваю откровенно, она говорит, что у нее мужчина есть за проектом. Тут получается, что они на виду как бы крутят, мутят что-то. Вы специально валите нас из-за того, что мы не ставим вас на кухню? Анечка. Я не валю тебя, не валю никого из поваров. Вообще, я просто говорю, что верните нормального людей, нормального повара. А, то есть вы считаете то, что на кухне случился крах после того, как Кирилл там не стал? Все пошло. Почему мы считаем? Я ничего не говорю. Что касается выдачи непосредственно официантов, то Женя путалась сама в заказах. Ну, конечно. Не, Жень, было. Наверное. Цезарь, потом две семги. Какой сейчас стол? Восьмой стол. Там я написала, какой стол у меня был? Второй стол. Когда ты не до конца досказала, что это или отказ, или дозаказ. Просто когда тебе, зачем отдавать? Ты сама потерялась в заказах. Слушай, ну не надо врать. Никто не любит критику. Сандро. Тварь, что ты так вздыхаешь? Говори правду. Уже скажи нормальную критику, а не вот это вот и не надо. Всем пытался здесь это самое сделать. То, что ты делаешь. Я вообще никогда так не поступаю. Ну, конечно, у тебя все хорошо всегда здесь происходит. Понимаешь? Ничего хорошо. Я не слышала от тебя ни одной критики за последние две недели, Сандро. Я тебе поэтому не верю. Сегодня по кухне казусов не было. Но они бы были обязательно, если бы я отдал этот похлёшку эту из курицы. Потому что, ну, курица реально была Г. В моем понимании это бульон. Это бульон, да. Да. Но у вас в меню идет суп. Так решил шеф-повар. А, вот оно что. Кирилл ел давился, но почему-то ее еще пошел налил себе и опять ел давился. Я не знаю, зачем он это делал. Говорит, такой нём-нём-нём-нём. Слушай, Танюш, а кто тебе сегодня цветы передал такие? Молодой человек пришел, сказал Татьяне Елизаровне. Обалдеть! Спасибо! Я в полном недоумении хочу раскрыть эту тайну, что за поклонник. Нет, Елизаровой Татьяне. Написано Татьяне Елизаровой. Наверное, кто-то увидел меня в полуобмороке, и может быть, это получилось. Я думаю, у тебя тайный поклонник завелся. Я считаю, этого поклонника надо застрелить сейчас же, срочно. Ну, нельзя трогать женщину, у которой есть дети и муж. Все, это табу. Завтра будет новая концепция меню, пойдемте готовиться. Далее на реальной кухне. Неделя правления Олеси подходит к концу. Валера наконец-то получил должность шеф-повара, но явно с ней не справился. Мы дико извиняемся за это неудобство. Ужин прошел крайне тяжело. Повод стать худшим есть почти у каждого участника. Кому достанется это звание сегодня, смотрите прямо сейчас. Ребятушки, любимые. Мы сегодня заработали 75 тысяч 900 рублей. И общая сумма банка составляет 1 миллион 305 тысяч 400. И перейдем, наверное, сразу к лучшему и худшему работнику сегодняшнего вечера. Начнем мы с Валеры. Лучшим я выберу сегодня Артема. Он
помогал очень здорово и выручал. Худшего я назову сегодня себя. Как вообще против себя? Да я разорвусь на части, никогда не буду против себя голосовать. Все, солнце, спасибо, я возлагаю на тебя много надежды. Постараемся. Давайте. Да. Валер, ну, это Сливалово, понимаешь, чисто. Так какое Сливалово? Я искренен. Нет. Я искренен, на самом деле. Не, все мои косяки на самом деле. У нас здесь другая задача. Не столько показывать благородство, а сделать нормальный ресторан. Поэтому. Худший ты, все, лучший Артем, да? Отлично. Если он пер как мужик, там, я да в грудки себя бил, ну иди до конца. Че, в чем проблема? Че ты сливаешься, я не пойму. Ребята, это исключение из правил, повторять этого не надо. Лучше сегодня Макс, потому что я поначалу думал, что будут проблемы, потому что заказы быстро шли, но Макс справился. Он дал себе такую установку улыбаться, несмотря ни на что, пускай даже выглядеть не совсем адекватным. Но держать улыбку, на самом деле, 2 часа – это тяжело. Я ее держал, наверное, 1.5 часа. Ну, худшее я уже сказал сегодня, Валера, 10 раз. Спасибо, Кирилл. Артем. Худшим, Валер, назовут тебя, извини. Я понимаю, это сложно, когда я сам был шефом, действительно, это очень сложно. Лучше назову Аню, она во всем помогала, бросала какие-то свои дела и постоянно пыталась находиться рядом. Лучшим я хочу выделить Артема, потому что реально мы остались с ним вдвоем. Я вижу на все. Вот. Ну, худший ты, Валер. Спасибо, Сандра. Блин, вот это вы меня врасплох. Дайте хоть сосредоточиться, посидеть. Давай уже говори. Единственное, я хочу сказать, дрянь. Ты была сегодня великолепна, твои сиськи, я попутал, если честно. Может, твои сиськи мне сегодня мешают думать вообще. Открытые ноги там. Несколько раз ты засветила труселями. Ты мозг мне сегодня разрушаешь весь день. Я просто удивился, что у нее сиськи есть, я даже не знал. Просто она такая закрытая, одевается как-то, вот этот зеленый балахон на ней бесконечно. Я уже сказал, ребята, давайте скинемся, купим ей как управляющую нормальную какую-то шмотку. Я сейчас не про это, Сандро. А про что? Я задала тебе конкретный вопрос. Извините, Олеся, страшного. Сегодня худшая. А лучше. Макс сегодня улыбающий, гоблин приятный. Красавчик, давай садись. Макс. Худший Артем, потому что мне сегодня приходилось вытягивать из него, ну, просьбы какие-то там по бару. Я и вообще не понимаю, что с ним сегодня произошло. Он сегодня какой-то был вялый, мрачный какой-то, я не знаю, как будто его укусили. Кто тебе настроение испортил? Какая сволочь? И мне не нравится, как фигура моя меняется. Вот в чем дело. Боже мой! Сандро лучший. За работой в зале? Ну, конечно же, мне понравился Сандро. Мы с ним действуем, как там это называется, в тандеме, да, ну, поддерживаем друг друга. Ну, у меня, Валер, худший ты. Ну, потому что, по всей видимости, позиция су-шефа идеальна для тебя, а немножко с раздачей была путаница. Олеся, лучшая ты, потому что вот реально ты в моих глазах вот то ли чудо произошло, то ли не знаю что, но вот спасибо. Какие-то вот сдвижки невероятные. Спасибо большое. Иди, полежи на диванчик. Иди с полотенечком вместе. Лучшим хочу назвать Кирилла, потому что я считаю, что вчера его забанили неправильно. Ты стараешься, тебе я вижу, как тяжело на самом деле в зале. Тебе гораздо легче на кухне работать. Худшим хочу, Сандра, тебя назвать. Ты полдня где-то болтался, пока мы все накрывали, натирали, мыли и что-то делали. Сандро, выйди нахрен из кухни, блин! Засранец. Ты что ты мешаешь? Они не успевают ни хрена, блин, делать. Все, мне надо было пообщаться. Женя, кстати, по-моему, единственный, да, который, кто заметил, это из находящихся в зале. Саш. Худший, Валер, ты тебе вот на горячке с су-шефом. Лучше сегодня Татьяна, потому что она храбро, по-моему, на мой взгляд, да, со своим давлением отстояла хотя бы час на нашей дурацкой жаркой кухне. 48. 48? Ну сколько? Не, мороженое я подбегал, брал. Худший сегодня Сандро. Потому что шатался где-то реально, пока ребята готовили зал. А Сандро назвала худшим за то, что он назвал худшим меня. Да. Честно говоря, у Олеси какая-то личная неприязнь к Сандро.
И она об этом постоянно говорит. А все это остальное время ты жрал на кухне. Вот здесь жрал, там жрал, курицу жрал. И вместе со мной, потому что я рядом периодически стояла и ела, а ты жрал. На, ешь. А что это? Не, я столько не могу есть. И лучший, Макс, но ты, но я вот хотела с самого начала тебе отдать голос лучшего, я его тебе отдаю. Ребят, по итогам дня. Худший, Валер, ты, к сожалению. А Макс, лучший ты. По поводу того, что 6 человек проголосовали против Валеры, слива голосов никакого не было. Ну, все были единодушны. Друзей у меня не может быть на этом проекте, а только товарищи. Потому что друг, это для меня, ну, очень на порядок больше, чем этот проект. Далее на реальной кухне. Если ты не хочешь вылететь, типа, да, давай голосовать против Валеры. Типа я? Сегодня предпоследний день правления Олеси. Ужин под ее руководством прошел ужасно. Но худшим по итогам дня стал шеф-повар Валер. Валер, запороли. Лучшим стал Максим. Но это не гарантирует ему дальнейший успех. На кону немалые деньги. Поэтому особо мнительные уже подозревают друг друга в интригах и заговорах. Кирилл с Женей, то, что ты с Артемом объединились, и то, что Валера с этой Олесей. В смысле? Зачем? Да ну ты что, тварь-то такая, Сандро? Закрой рот уже свой. Кто объединяется здесь? Ты чего взял-то, что мы с кем-то объединяемся? Зачем ты? Это ты хотел меня здесь объединяться? Ты... Когда с кем? С кем хоть раз? Давай, ну-ка назови. Ты с Кириллом ко мне подходил и просил меня против Артема голосовать. Кирилл, скажи, голосовать. Когда? Просили, мы не просили. Что ты врешь мне конечно, сейчас? Конечно, вы сейчас скажете, не просили. Свинья везде грязь найдет, только не у себя под носом. Олесь, давай проголосуем против Артема. А это, ребята, перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Ну что мне рассказывать? Что мы будем, хватит орать. Кирилл, ты уверен, или я сейчас скажу то, что было в маршрутке? Ну, еще скажи, раз. Что было. Скажи. То есть в маршрутке ты мне когда сказал то, что ну что, другие-то, ты там поговорил с другими, это ничего ни о чем не говорил. Все, какие, что ты мне рассказываешь-то? Че, охренел, что ты, че из меня дуру ты делаешь? Что ты меня орешь, не пойму. Они врут. Она врет. И вот это сами закопались во всем. И она потом начинает давлением своим голосом орать на них. Я сказала, скажи, как было. Ну, какая-то чушня вообще. Что Валера плетет интриги против Сандры, Кирилла там. И он сказал тебе, что он будет голосовать против тебя. Да, потом, против меня. Да. Ну, а потом, если ты не хочешь вылететь типа в пятницу, да, давай голосовать против Олеси. Валера сказал того, чего не слышал Олеси. Вот, соответственно, Олеся в это поверила и не то, что затаила обиду, она прямо таким фронтом пошла. Саш, ну ты же слышал то, что был разговор такой, ты сказал, да? Разве нет? Я слышал с твоих слов. Ты отвечай сразу. Чего нет, я слышал с твоих слов. Саш, ты не слышал из моих слов. Я конкретно повторил фразу. Ты мне сказал, да, я слышала. Я слышал, что это с твоих слов. Меня бесит. Вообще, чмо последнее, малолетка, он вообще тупой. Он сегодня испугался сказать при всех то, что он слышал это. Ты что, конченая, что ли? За кого меня нахрен здесь принимаете? Ладно, все, ты что, дурака? А что ты на меня-то быкуешь-то? Ты мне сказал, я слышал. Я конкретно повторила фразу, спросила, Саша, ты слышал это? Ты мне сказал, да, я слышал. Что, Валера с Кириллом куда о чем-то разговаривает? Сейчас? Сама ты заднюю даешь. Я конкретно сейчас говорю про эти слова. Слышь, ты сам, сиди сюда. Я его сожру просто, я его втопчу в грязь, я сделаю все, чтобы он просто рядом со мной больше не находился. Слышь, а предупреждать надо, что кастрюля горячая, нет? Быстрее, быстрее, быстрее. Артем, ты тоже быстрее. Да, блин, вот мы, видишь, не успели ни хрена меню сделать. Сандра, дорогой, ладно, выйди, сделай счастливыми девушек. А могу ли я узнать, как я могу к вам обращаться? Светлана. Проект покинет человек, который в целом в этом проекте себя уже реализовал.